Всем здорово. Очень много вопросов проскакивает. Как же соединить часы с телефоном? Давайте на примере вот этих часов Xiaomi P8 Brasilia покажу, как же их соединить. Я их получил разряженные, зарядил, включил. Вот оно. Значит, достаем инструкцию. Здесь вот два QR-кода, которые нужно сканировать. Один у нас для Android, другой для iPhone. Сканируем. У меня в телефоне есть сканер кодов. Если у вас нет, обязательно скачайте. Вот это приложение Dafit. У меня уже оно загружено. Вы загружаете его, затем открываете. Внизу экрана мы видим три разных значка. Посередине часики. Нажимаем на них. Вверху видим надпись «Вы еще не подключили устройство». И ниже кнопка «Еще» написана. Нажимаем туда. Идет соединение. Вы видите уже вашу модель P8 Brasilia в данном случае. Понадобится какое-то время, идет загрузка. И вот же, часы соединились, появились у вас на экране соединением. Подключение написано. Идет еще подключение. В некоторых случаях можно прям нажать на сами часики, на картинку, либо где надпись вот, P8BR. Вот, создаем пару. Кстати, не забываем, чтобы в вашем телефоне Bluetooth был включен. При соединении сразу же у вас отобразится погода, время, с вашего телефона вся информация. В принципе, вот так вот все просто получается. Сразу же русский язык. Ну, в общем, главное соединиться. Как-то так. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и также смотрите обзоры этих часов у меня на канале.